Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Вот после того, как я пересадила свои примулы весенние, я пришла в теплицу, где у меня выращивается рассада перца и рассада томатов, маленькая, не та, которая на постоянное место, и начала прополку. Да, ранняя посадка – это очень хорошо, но этим мы одновременно обрекаем себя и на ранние прополки. Поверите, нет, я вот сейчас полола, накосила целый сток вот такой зеленой травы, надергала. И дело в том, что такую траву даже жалко в компостную кучу, она такая жирненькая, прям такая вот как смачная. Значит, я ее буду использовать для травяной подкормки, буду кормить те томаты, которые я высадила на постоянное место для получения раннего урожая. Как я буду делать, я потом вам покажу. Сейчас вам вот просто решила сказать, что если вы будете полоть траву, вот эту первую, самую такую, вы обязательно можете, ну как, ну не обязательно, я не могу сказать обязательно, по желанию используйте ее для подкормок, потому что всегда говорят, что азот не нужно давать фабричный, вот той рассаде, которую мы высаживаем. Лучше всего азот дать в виде вот таких травяных подкормок. Вот как раз вот эта первая самая трава, самая нежная, самая такая мягенькая, она у нас подойдет идеально для первой травяной подкормки. Потому что вот тем томатам, которые я высадила в ту теплицу, которые большие, у которых уже плоды завязались, ей сейчас как раз вот эта подкормка травяная пригодится вот той рассаде, потому что они уже взрослые, им уже нужно повышенное питание, не такое, как вот этим вот. Вот эта рассада, которая маленькая у меня в теплице. Но она уже довольно-таки не маленькая. За ту неделю, пока мы не заходили, смотрите, она какого... Ой, извините, руки грязные, полола. Извините, какая... Ой, смотрите, какая она толстая стала. Она такая толстенная тут стоит, все. Это уже тоже не маленькая, уже бутончики у нее тут появляются, все хорошо. Несмотря на холодный климат, все растет, все толстеет. Но вот этот видеоролик я специально коротышку записала о том, что не выбрасывайте раннюю, свежую, вот такую хорошую траву. Буду делать подкормку, еще сниму одно видео.